Рисуем окружность. Для того, чтобы было удобно вырезать, обводим окружность мелом. Обязательно отмечаем центр. Делим на 12 частей, чтобы равномерная сборка была. И отмечаем, где будем делать проколы. Это 3 сантиметра от края. Одна часть готова, вырезаем дно. Для того, чтобы сделать дно, не обязательно чертить окружность. Можно взять какой-нибудь предмет нужного размера и просто обвести. Чтобы дно было более плотным, делаем то же самое из картона. Склеим его с кожаным дном. Используем клей ПВА, либо клей Момент. Дно готово. Теперь делаем дыроколом проколы для застежки. Выбираем самый крупный диаметр и на отмеченных точках делаем дырки. Лента может быть любого размера, но мы берем широкую для лучшего эффекта. И прикрепляем ручку. Вот такая оригинальная сумочка может быть не только косметичкой, но и шикарным дополнением к вашему вечернему наряду.